Так хочется спеть, друзья мои, прекрасен наш союз. Ну, в общем, прошло уже больше 2 недель, 17 дней. Вот, осталось еще 1,5 месяца. Что могу сказать? Дни здесь пролетают быстро, ну, собственно, когда работаешь, дни летят. Вроде только-только вчера был, только-только вчера приехал. Но нет, не вчера. В целом все замечательно, все хорошо, жарко, очень жарко. Вот. Много здесь людей с разных городов. С Волгограда вот сегодня встречался. Сейчас он ко мне придет. Вот. С Астрахани. Ну и со многих других городов нашей необъятной родины. В общем, все здорово. Мне сказали, что я поправился. Ну да, здесь дисциплинирует трехразовое питание по времени. Сон тоже по времени, можно сказать. Ну, в общем, все здорово, все классно. Вахты — это круто. Вот тут спрашивают, приеду я на вторую вахту. Ну, конечно, приеду. Блин, ну, что тут сказать? Приеду. Мне нравится. Уже планирую. Даже межвахты у меня получится так, чтобы со второй вахты меня состыковать. Межвахты у меня получится чуть меньше, на 10 дней. То есть не 30 дней, а 21 день. Вот. В общем, привет вам с Дальнего Востока.